Привет, мой дорогой сын Олег, бывший пограничник, мой специалист по ключу, дорогой, да, и художник. Вот что у тебя там? Что у тебя там подсолнух такой интересный нарисован? Привет, Хасай Магомедович. Мир вам. Подсолнух, кстати. По фэншую символ там благо чего-то, чего-то. В общем, с чего-то хорошего. Но это по фэншую, я там не особо в курсе дела. Я же в курсе дела по ключу. А так вот подсолнух, да. Вот Как вам видишь, нравится? Он в таком некотором стиле, необычном для меня. я сейчас скажу, что кто-то. Алло, я вас слушаю. Леонидович, я вот Да. вам звоню. Можно мне, вы можете мне 5 минут выслушать? Я могу через 10 минут. Позвоните через 10 минут. Так, ну я извиняюсь, просто все время звонят, ты Да же ну что вы, знаешь. я же знаю, я же знаю. Вот я Марку рисую, он там в Израиле, мой друг Марк. Я ему рисую, я ему последний раз. Это уже сколько? Это уже полгода. У меня получилась целая версия галереи одной картины. Я придумал такую идею. Послушай внимательно. Значит, за этой картиной внутри, если рентгеном просветить, там будет уже десятки вариантов. Я Марку все время посылаю, а ему все нравятся. А я все работаю, 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 работаю. И, короче говоря, получилось, что я ему вчера послал вот эту версию. Он говорит, ну пора уже, хватит уже. Ну, короче говоря, потом я ему передам картину и скажу ему, теперь ты возьми все эти версии, которые я делал, которые под этими слоями, распечатай на таком же размере холстов, и у тебя будет дома галерея одной картины. Да, это вообще супер. Это такая... Ваш ноу-хау, да. Да, ноу-хау, да, ноу-хау. Но ты представляешь, это будет столько вариантов одной картины на одной стене. Это уникально, конечно. А у тебя что нового? Ну, кроме подсолнуха, Да. у меня новая новость, новая новость. Секретный секрет, маленький. В общем, это я и Шейла Хасаевна, твоя любимая дочь, Доченька моя, да. придумали и запланировали цикл Да. практических семинаров, Так. где мы будем проводить их совместно. Это будет новый формат, это будет очень интересно, это будет по-новому и освеженно все, где мы просим вас и планируем, что вы будете куратором нашим, и периодически мы вас будем приглашать для Когда усиления вы эффекта, так собираетесь, сказать, значит, для это... усиления эффекта. Вот. Это Отлично. будет что-то новое, формат другой. Все будут там дышать воздухом, кислородом, в смысле образно, и получать легкость и шикарность. Только я тебя прошу, у нас, как в любой семье, есть свои семейные секреты. Вот, например, по снятию паник. По снятию паника, вы вот то, что вы даете, и Шейла, и ты на своих курсах и занятиях, ради Бога, но я тебе передам сегодня еще один секрет. Просто, как говорят молодые, бомбический, бомбический, который сразу снимает панику за несколько минут. Обучаю. Ладно, не буду сейчас об этом Ну говорить. давайте, Если когда останется в интриге, в попозже интриге, что вечерком было дадите, да? интересно. Да, в Попозже интриге, что вечерком. было интересно, но теперь до связи. Я очень рад был тебя видеть. Шелли, привет. Гретки, привет. Шамильки, привет. Спасибо. Как хорошо, что вы нашли пару минут пообщаться с любимым сыном. Давай. Ауф видерзейн, как говорят у них. Пока, Хасай Магомедович. Давай, до встречи. Рисуй. До встречи. Рисуй. Давай. Рисунок есть. Это я тебя как муза вдохновляю. Да. Давай. До встречи.